Всем привет, надеюсь, меня будет хорошо слышно, потому что задувает ветерочек. Это, ребята, первое видео на моем каналчике. Я здесь планирую рассказывать о жизни в Европе, о жизни, как она есть, без всяких преувеличений, с ее радостями, сложностями и тому подобное. Возможно, буду рассказывать какие-то нюансы, которые не освещают другие блогеры, потому что иногда смотришь там блогеров про Европу, а они льют воду и никакой конкретики нет. Вот, я нахожусь сейчас в Польше в данный момент. Будем двигаться дальше, будем ехать. Сейчас заехал я на стояночку. Стояночка для автобусов, для грузовых автомобилей, легковых. Можно поспать, можно умыться пойти. Можно передохнуть перед новой дорогой. Сейчас я вам покажу, как это выглядит все со стороны. Туалет, умывальнички, все чистенько. Все цивильно. Вот там находится стоянка, а здесь вот такое вот место, где можно покушать, посидеть, отдохнуть, перекусить, набраться сил. Есть детская площадка, вон она находится. И что самое интересное, вдали от дороги, до дороги, наверное, метров 80. Это очень важно. Что самое важное, парковочных мест здесь более чем достаточно. Прям более чем достаточно. Только что приехали, мусор поубирали. В общем, все чистенько, все красиво, все хорошо. Я уже сел в машину, сейчас буду двигаться на Варшаву. Ну, буду по дороге подснимать, что-то показывать. Ехать мне 400 километров. Если будет возможность, подсниму дорогу. Может, где-то остановлюсь, зайду в какой-то магазин. Покажу, что почем здесь. Еду на Варшаву, дорога идеальная. Поставил крейсерскую скорость 80, потому что везде практически указатели 80. Я не знаю, вон народ летит, но мало ли, вдруг тут камеры. Я не тороплюсь, поэтому еду. Дорога идеальная, развязки, все красиво, все по-европейски, мне нравится. Как говорится, ни ямки, ни бугорка, ни задоринки, все просто в идеале. Может быть, дальше будут какие-то косяки на дороге? Ну, посмотрим, посмотрим. Едем. Так, на трассе Макдональдс. Тоже остановочка тут. Ну, стоянка для всяких больших грузов, заправка. Можно покушать, отдохнуть. Ну, как-то так. Газ 3,24. Так, кстати, дорого. 2,89 я видел, минимальная цена. А вон на Маке народа. Сейчас, может, зайду, кофеек возьму. Я походил, посмотрел цены, так, немножко дороговастенько, скажем так. Возле Мака там есть магазинчик и такой, типа, как бистро, то довольно-таки дорого. Цены не снимал, людей очень много. Заправка тоже дорогая, цены вы видели. Так, что хочу сказать. Кофе брать не буду в Маке, возьму где-то в другом месте. Я, в принципе, остановился, чтобы отправить письмо по работе, поэтому будем ехать дальше. Так, сколько я уже проехал? Сейчас вам покажу. Так, смотрите, я проехал от границы 276 километров. Расход 6,4. Шикарный расход. На всякий случай, у меня двигатель 2,4. Просто шикарно. Ладно, двигаемся дальше. До Варшавы где-то 150 километров, может, 140, где-то так. Так, ребята, заехал на очередное место отдыха. Есть такая кафешечка.
Везде детские площадки, фуры отдыхают. Там можно сходить в туалет дальше. Классно, что за детей думают. Вот это молодцы, красавцы. Вот такая интересная кафешка. Столики и здесь бассейн. А там отдыхают черепашки и рыбки. Сейчас я обойду на другую сторону. Вот такой мостик. И вот красная рыба. Ну круто, красиво, красиво. Так, сделал очередную остановочку, я не сильно тороплюсь. Ребята, везде туалеты, везде душ, везде туалет для инвалидов. Красавцы, за всех думают. Детские площадки, я уже сказал. Короче, за малышей, за инвалидов, за стариков, блин, за дам, мужчин, за всех думают. Просто красота. Продолжаю движение, до Варшавы осталось 50 километров. Не перестаю наслаждаться видами, дорогой, ну и в принципе дисциплиной движения. Все четко, все красиво. Блин, классно. То березки растут, то какие-то сосенки. Просто шикарно. Так, конечно, ехать это одно удовольствие. Так, ребята, в общем, я добрался до Варшавы. Вот я сейчас уже буду припарковываться. Все хорошо, 430 километров проехал, дорога отличная, только тут вот под Варшавой были такие пробки. Не очень, скажем так, комфортно было ехать с непривычки, но ничего. В общем, ладно, эта серия будет подходить к концу. Не знаю, на сколько минут там она получится. Завтра буду выдвигаться в новую дорогу, буду опять снимать. Всем всего хорошего, ребята, пока.